Запись пошла, и я говорю: доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online, и сегодня у нас с вами планерка Кононовых. Всем все понятно, дорогие мои? Вот эту вот мастерскую, да, я вам хочу сказать, что они очень многие мысли мои просто повторяли и вам рассказывали, да. И вы знаете, я так подумала, ну раз моя команда не всегда меня слушает, пусть хотя бы послушают, допустим, Яковлевых, да. Вот, жду запись с Дашиного канала от Натальи Жук. Мы с ней виделись еще в далекой Шри-Ланке в прошлом году, в этом году в Доминикане мы с ней виделись, и в Беларусь я ездила, она там ко мне подходила. Конечно, здорово. Многие жалуются, да, но антивирусник просто можно отключить или разрешить. Можно разрешить и все. Ну что ж, все. Поехали с вами. У нас сегодня такая вот скромная планерочка. Постараюсь ее быстрее провести, потому что все-таки какие бы вы позитивные эмоции не получили, все равно столько часов на вебинарах сидеть сложно. И завтра я вас зову, потому что опять-таки будет международный директор рассказывать о своем росте, о своем успехе. Она своего успеха добилась за 5 лет. Поэтому обязательно приходите, обязательно смотрите. Международный директор, сколько это директорских веточек в первой линии, кто знает, так высоко маркетинг-план, да, то есть вот таким вот образом. Значит, давайте с вами подводить итоги, что никто не знает, никто-никто, кто такой международный директор, 21, умница Галиночка. 18 мало берем. 24 это уже партнер. Итак, давайте же с вами посмотрим. Да, 18 международный, 21 старший международный. Это я уже свои звания начала путать. У нас сейчас 21 на данный момент. И я спутала, да, простите. 21 это старший международный, да. Молодцы, кто посмотрел маркетинг-план, молодцы, кто ответил 18, умнички. Итак, значит, по каталогу номер 18 хочу сказать, что каталог был жутко сложный, на редкость сложный. Мало того, что он был двухнедельный, еще и полетели сервера. Компания Faberlic начала закупать новые сервера, перевозить с одного сервера на другой. И еще говорят, что 1-2 января тоже сайт не будет работать. Кто-то говорит, что 30-31, но данной информации нет. Уже 23 число, информацию вы уже вывесили. Но все-таки у нас есть новое звание. Да, то есть у нас есть одна новая директорская заявка открыта старшего директора, да. И у нас с вами есть топ-лидерская заявка. И также у нас с вами есть счастливчики, которые по акции от компании выиграли iPhone 7. Вот, поэтому смотрим, да, на счастливчика. Это у нас в этом каталоге Ириночка Николаева, старший директор. Она выиграла уже 3-й iPhone на нашем проекте, да. И там она, конечно же, делится и скринами, и фотографиями, и то, что она его в руках держит, и все такое прочее. Поэтому, Ириночка, мы тебя поздравляем. Эта новость полетела по чатам. И наш проект за акцию 3D Faberlic собрал 3 айфона. 3 айфона и... Ну, круто, молодцы! Молодцы, что вы участвуете. Это здорово. Итак, итоги каталога номер 18 по открытым директорским и топ-лидерским квалификациям. У нас, значит, смогла вырасти Юлия Усова. Да, то есть это новый топ-лидер. Молодец, Юлечка. Вот, и также у нас открылся новый директор с Беларуси, это гордость, Танюшки Русаковой, это Екатерина Тур, вот, открыла 5000 баллов, 5000 баллов, вот такие вот молодцы, и это все в двухнедельный каталог. И еще я не стала убирать с прошлой презентации вот эту вот суперпару. Почему? Потому что Татьяна и Юрий Сизионовы у нас с вами кандидаты на быстрый старт. И им пришлось тоже не сладко. Почему? Потому что они открыли звание директора в
прошлом каталоге, в позапрошлом, да, и им нужно было подтвердить свое новое, свежее звание, да, еще не твердо стоящее на ногах, в двухнедельный период, потому что по быстрому старту обязательно надо два раза подряд, именно подряд, подтвердить 3000 баллов. И они это сделали. Они это сделали, двухнедельный каталог. Молодцы. Огромные умнички. Поэтому они сейчас идут как кандидаты на быстрый старт. Просто, просто низкий поклон таким лидерам в команде. Рассказано, что два раза подряд, значит, сделаем. Как сделаем, это уже, да, огромные просто молодцы. Поздравляю. Поэтому давайте мы с вами дружно всех поздравим лидеров с подтвержденными званиями и открытыми новыми званиями. У нас нету новых званий на уровне VIP-18. Почему нету? Потому что у нас есть VIP-20 и VIP-17, VIP-19, да, то есть, а VIP-18 вот в этом каталоге именно, да, у нас с вами нет. Вот как интересно получилось, поэтому новых VIP-ов мы не поздравили, вот. Но, конечно же, молодцы, все хорошо потрудились. Есть очень много випов с 17, 16, да, 15, 14 периодов. Скоро вот чуть-чуть еще и все. И мы получаем значок, и мы уже будем становиться випами 4 уровня, да. Поэтому браво всем, браво, бурные аплодисменты, низкий поклон лидерам, да. То есть это показатель того, что мы с вами... В двухнедельный каталог умудряемся вырасти, умудряемся открыть новое звание, да, то есть, честно скажу, в этот двухнедельный каталог очень мало лидеров, которые подупали, да, обычно двухнедельный каталог лидеры упадают немножко, но тут реально было мало. Мало упавших лидеров, огромные молодцы, да, те, кто уже, двухнедельный каталог, там, ну и ладно, да, то есть, вот они, да, они подупали, а те, кто... как даже сказать, уже давно в этом уровне, да, они потрудились, и они, ну, большинство подтвердилось, да, так процентов 70 людей подтвердилось все-таки на проекте, что очень-очень радует. Итак, и на нашей планерочке у нас с вами сегодня мы обсудим все-таки все условия полностью, потому что у нас очень много новичков, и я захотела вам рассказать полностью про условия, те, которые уходят от нас, да, в этом году, и их больше не будет, и те, которые в дальнейшем появятся. Самое, что не есть интересное, да, сейчас слайд, конечно, про скрины, но я бы с вами хотела поговорить про именно про активный рост, да. Значит, какие у нас с вами прогнозы, да, на новое обучение? Все вы знаете, что я писала в чатах, что с нового года будет новое обучение. Это новое обучение разрабатывается во главе Николая Андрейко, то есть это Коля Андрейко, потом, значит, Таисия Григорьева, Татьяна Шелобродова, Алексей Черкасов, да, то есть незаметно для нас трудится. Вот, кстати, ссылочка на чат, на людей, которые у нас с вами презентовались, которые получают дипломы, да, ссылка, да, ссылка видна. Вот, и, конечно же, очень здорово и классно, я, честно скажу, в разработках не участвую, но я наблюдаю, я есть в этом чате, я вижу, как работа кипит, как идет наполнение, как Коля мне рассказывает, что я настроил это, я настроил то, чтобы дополнить, да, то есть мы все смотрим, все изучаем, нам очень нравится. И, конечно же, активный рост, он у нас с вами отменяется полностью, отменяется целиком, и мы с вами будем переходить на полуавтомат, да, то есть очень часто спрашивают, когда отменится ли спам, там еще что-то, нет, спам не отменится, те, кто хотят быстро расти, нужно рекрутировать и желательно вручную. Те, кто хотят расти, когда вот, допустим, да, вы пошли в магазин, запустили робота, вот у нас это, примерно это появится. Вот, ссылочка это на дипломы по выпускникам активного роста. Антошка раньше времени скинул, да, то есть всех поздравляю, но еще позже мы об этом с вами поговорим и всех поздравим. Вот, значит, что нас ждет? Нас ждет полная отмена активного роста, то есть этот активный рост был последний, и все вы знаете, что мы с вами разыгрывали конкурс, да, то есть 5 человек,
среди диплом, да, среди тех, кто получил дипломов, у нас с вами разыгрывались по генератору чисел по 1000 рублей на регномер, да, то есть выбиралось автоматизировано, да, то есть вот каждый раз разные 5 человек получали просто так призы за то, что они, ну, как бы лучше всех обучались и получили все-таки дипломы. Дипломы выпускники активного роста получают только тогда, когда заполнят всю табличку целиком. Мы в этот раз посмотрели, и раз это уже последний выпуск активного роста, то мы решили пропустить людей, у которых нет там одно-два задания, да, то есть мы решили взять таких людей тоже в оборот и тоже их поздравить, тоже им сделать диплом. Вот, то есть у кого одно-два задания не было выполнено, да, там, допустим, по агентскому пункту или еще что-то, да, которое, в принципе, не касается работы через интернет, да и агентского пункта у вас, к примеру, нету, их не надо было делать, да, то есть тем, кто работает через интернет, да, то, в принципе, мы это не смотрели, да, то есть вообще не смотрели, а кто выполнил это задание, кто не выполнил. А вот первое задание, касающееся работы в интернет, в частности, первые 6-7, мы смотрели, чтобы все было выполнено, все задания, чтобы вся была отчетность, да. Поэтому вот сейчас у нас с вами дипломчики. А, нет, я не пропала больше, все, больше я не пропаду. Вот, у нас сейчас с вами вот получаете дипломчики. Всех мы вас поздравляем. Девочки, я у всех пропала или нет? Вот у нас такие вот умнички. Давайте же с вами поздравим Аливанову Анну, Ракитянскую Галию, Дерябину Ольгу, Вебер Виктория, Китанова Наталья, Демченко Ольга, Ольга Лапина, Куснутдинова Татьяна, Гасанова Алла, Лупик Марина, Левшиц Лариса, Тимошенко Елена, Кошкарева Елена, Леднева Ирина, Наталья Рясина, умница, Чупахина Мария, Шаталова Анна, Козедубова Екатерина, Анисимова Елена, Горбаченко Светлана. И снова останавливаемся на Аливановой Анюте. Да, то есть что у нас с вами есть? 20 фотографий, и сейчас мы с вами выберем через генератор чисел наших дорогих призеров. Да, поздравляем, потому что это огромный труд, огромные молодцы. А круг активного роста был очень длинный, и я иногда задавала себе вопрос: интересно, помнят ли лидеры, что будет розыгрыш, вообще будет, что он будет. Но смотрю, что 20 человек это все запомнили. Сейчас я, значит, включаю демонстрацию экрана. Все огромные умнички, разбирайте, да, то есть разбирайте. При вас же вбиваю генератор чисел. Свеженький, новенький, да, вот он. И разыграю 5 человек на конкурс. Да, такой у нас с вами вот. Ну, в январе немножко забегу вперед, у нас с вами будет. Так, количество человек, значит, 5. В январе у нас с вами будет еще большой розыгрыш, итоговый вебинар, прирост и так далее. Мы с вами все это обсудим. А так, от 0 до 20. Вот, так, пробел, исключить повторы. Все, давайте будем генерировать. Это 0, 2, 6, 15, 18. Вы, наверное, меня быстрее увидите. Ну, поехалите смотреть. Так, второй. Значит, это Козедубова Екатерина. Да, то есть поздравляем. Поздравляем Катюшу. Так, потом, значит, шестой. Так, это у нас Ракитянская Галия. Так, поздравляем. Молодец. Так, это у нас шестой был, сейчас 15-й. 13-й, 14-й, 15-й. Левшиц Лариса. Кстати, люди, которых я сейчас называю, они выигрывают первый раз. Левшиц Лариса. И далее 18.
Поэтому я думаю, что это вполне, да? Леднева Ирина. Ирина, по-моему, что-то уже выигрывала у меня, не помню. Но вот предыдущие четыре вообще первый раз. Поэтому радуйтесь, вы сегодня везунчики. Скорее всего, если вы пойдете рекрутировать, вы найдете очень даже хороших, классных людей в свою команду. Ну что ж, всех поздравляю с розыгрышами и вернемся с вами к презентации. Огромные молодцы. Первые пять призеров. Прошу вас обязательно выслать мне свое фото в личку, в скайп или на телеграм. Да? То есть вверху вы видите мой скайп, а номер телефона это телеграм. Да? То есть и подписать, что вы выиграли по диплому. Да? По диплому. Да, молодцы. Иринка моя Леднева, да? Ириночка, по-моему, уже не первый раз участвует, и огромная молодец, что она такая активная. Итак, далее у нас с вами такой идет конкурс ежекаталожно. Сейчас я вам вышлю ссылочку, вы по ней пройдете, потому что именно там будет розыгрыш у нас идти. Да, то есть если вы делаете личный оборот от 50 баллов и находитесь в статусе 3% и выше, то вы получаете выплаты. Ну, это, конечно, соответственно, да, на 3% от 180 рублей вы уже точно получаете. Тогда вы участвуете в таком вот простом конкурсе. Вы выкладываете свои скриншоты выплат, фотоальбом, который я рассылаю по чатам в начале каждый каталог. И участвуете в денежном розыгрыше по генератору чисел. Каждый каталог, альбом новый. Вот, выкладываем скриншоты своих выплат со своими рекнумерами. Участвуют все лидеры Кононовых от 3%. Неважно, кто ваш прямой директор, да. То есть участвуют лидеры и Анюты Атамась, участвуют лидеры и ЛГ Кононовых, да, то есть участвуют лидеры и, допустим, Дарьи Пахильчук, да, и так далее. Вот этот конкурс, да, мы оставляем, а розыгрыш по активному росту мы, к сожалению, убираем, потому что как такового активного роста не будет, но все равно я придумаю еще какой-то один новый конкурс, мне все равно хочется людей поощрять, поощрять самых умничек, но я еще пока не придумала какой, но конкурс будет 100%. Вот, то есть вот этот конкурс точно мы его с вами оставляем. Я, если честно, очень часто пользуюсь этой ссылочкой и показываю, говорю, что вот у меня есть люди в команде с разными зарплатами. Они смотрят, да, к примеру, там, ой, Ольга Дубяга, неужели она, правда, получает 85 тысяч? Я говорю, да. О, а вы сколько получаете? Я уже говорю, все, секрет фирмы, потому что больше получаю, чем вы бы себе могли представить, да. Вот, поэтому как бы эти скриншоты, они очень удобные, мне не очень нравятся. Остальные конкурсы нет, Оля, я пока убирать не буду. Вот, значит, вот это сейчас, что касается именно конкурсов для структуры Кононовых, поняли, да? То есть в компании Faberlic есть конкурсы, вот, а эти конкурсы, они не соприкасаются. Далее, значит, разыгрывается 1500 рублей между тремя участниками, это значит по 500 рублей на рек номер, да? Вот, конечно, придумают, Дашуль. Ой, Оль. Да, то есть, и, конечно же, смотрите, тут есть главное правило. Скрины без регномера в розыгрыш не принимаются, потому что если такой регномер выиграет, я его удаляю и переразыгрываю. Вот, далее, скрины принимаются до первой пятницы от начала каталога, но по итогам 18 каталога и по итогам 19 каталога мы с вами будем принимать скрины до второй пятницы. Да, то есть потому что не все после новогодних праздников и не все с нашим любимым, дорогим, висячим сайтом смогли успеть распечатать распечатку, да, вот, нет, я не пропала, я точно вижу, что я не пропала, вот я пропала у вас один раз и больше не пропадала точно. Вот, далее, значит, выкладывание 2, 3, 4 и так далее скринов, а это значит, вы пытаетесь как бы, как даже сказать-то, прохитрить, да, то есть это тоже нехорошо, и мы удаляем такого участника по розыгрышу, да. Ну вот в позапрошлый розыгрыш я не заметила, да, то есть было 2 скрина, вот, я такого участника, да, при вас же удалила, то есть если вдруг вы увидите повторение, я их не замечу, хотя я все промониторила, то говорите мне, обязательно удалим вместе. Далее, увеличь свои шансы, да.
И если, конечно, выигрывает директор и выше, то он сам выбирает призера в своей команде, да, то есть у каждого директора практически есть какие-то розыгрыши, призы, и директор передаривает это своим новичкам вглубь. Ну, в принципе, 500 рублей для директора – это уже как-то, да, то есть, а новичку будет приятно их получить, поэтому вот такие правила конкурса. Итак, давайте же с вами посмотрим этот плейлист. И также через генератор чисел мы с вами сейчас разыграемся. Перед вами сейчас демонстрация экрана. Поставьте мне 5 плюсиков, что вы видите этот розыгрыш. Мне надо минимально 5. У кого не видно, не переживайте, будет видно в записи. Вот, мне главное сейчас 5 плюсов получить, что 5 человек точно свидетели. Раз, два, три. Три. Все, опять застряла связь. Сейчас опять как разом выйдет. Ага, во, все, вижу. Что-то сегодня, да, ну и смотрим. Значит, тут я просто удалю вот эти вот фотографии. Они, в принципе, не нужны. Так, минутку. Удалить не получается, да? Вот она. Так, удалить. И еще одна, да? Вот эту вот тоже удалю. И далее перезагружаю. Так, куда-то наши все скрины ушли. Минутку. Ага, 118 фотографий. Фу, принесло. Итак, у нас с вами 118 участников. Огромные молодцы, огромные умнички. Какой крутой скриншот. Что-то у меня не грузится скриншот Вероники. Давайте потом посмотрим, может быть, перезагрузиться еще раз. Вот тут вот три скрина, их не видно. Так, ну все. Будем надеяться, что все нормально. Итак, генератор чисел. Участников 118. Я количество 5, трое человек. Так, значит, от 0 до 118. Также по возрастанию, также пробел. Также сгенерировать. Ну и давайте. Та-дан-да-дан. Почему не генерируется? Что я сделала не так? Три участника от 0 до 118 сгенерировать. Что-то не хочет. Так, количество. Давайте возьмем 4. Сейчас сделаем 3. Случайное число. Так, от 0 до 118. Пробел, исключить повторы. Так, давайте возьмем другой генератор. Что-то не хочет этот. Во. Возьмем новый. Видите, как бывает. И генераторы тормозят. О, мы в этом уже с вами были. От одного, значит, до... ...112... 118. Тут надо вручную писать. Значит, 3 случайных чисел. Да, из диапазона. Исключить повторение нажимаю. И давайте с вами сгенерируем. Значит, 114, 38 и 105. Та-дан-да-дан. Кто у нас там? Я не вижу номера, да, пропустила. Но ничего, бывает иногда, я пролистываю. Итак, сначала, значит, возьмем 38. Давайте отсюда начнем листать. 30. Почти угадала. Так, это 38 или 39, дорогие коллеги? На фото 18 не вижу номера, да? Так, 37, 38. Хорошо. Так, значит, это Чупахина М. Давайте я запишу регистрационный номер. Так, 705. Поздравляем.
192. Очень, очень тяжело рассмотреть. 365, по-моему. Мариночка, ждем твой точный регистрационный номер и обязательно ждем твою фотографию, иначе вдруг мы нечаянно, ага, нечаянно не туда переведем. Но, по-моему, это и этот номер. Далее, значит, давайте возьмем 105. Так, давайте с конца. Так, 113. У нас еще есть 114. Так, это дубовик Алла. Отличный рек номер. Все хорошо видно. Аллочка, поздравляем. Семьсот восемь, 939, 821. Поздравляем Аллочку и 105. Та-дан-да-дан-да-дан-да-дан. Так, это у нас с вами Подзолкина Ирина Викторовна. Не первый раз выигрывает. Очень рада за Ириночку. Да, значит, вот такие вот у нас с вами конкурсы. Легкие и радостные. Да, поздравляю. Ириночку Подзолкину уже не знаю, который раз поздравляю. Огромная умница. Итак, следующий у нас с вами розыгрыш будет очень такой интересный, захватывающий, потому что там уже идут видеографы проекта. И, конечно же, видеографы проекта – это наша с вами сила. И первый конкурс – это конкурс «Изюминка». Честное слово, вдвойне уважаю лидеров, которые могут снимать свои видео, которые не боятся камеры, которые смотрят в глаза, так грубо говоря, трудностям. Почему я так говорю? Потому что для меня лично это очень важно, потому что когда-то я тоже начинала потихонечку развиваться, когда-то я тоже начинала потихонечку снимать видео, где-то трясущейся рукой, где-то я не умела делала фотографии и так далее. И если честно, я сейчас вижу в таких вот начинающих лидерах именно себя. Итак, у нас с вами есть изюминка 7. И сейчас мы с вами ее тоже будем разыгрывать. Вот, значит, этот плейлист. Пока проходите по этой изюминке. И, как вы видите, есть условия на конкурс. Скажите, пожалуйста, всем ли понятны условия на конкурс? Потому что меня очень часто спрашивают, опоздала ли я, смогу ли я участвовать. Я сняла поздно видео. А у изюминки нету сроков вообще, никаких сроков, да, то есть вы можете снять, допустим, двухнедельной давности заказ, если там был просто подарок, какая-то акция, еще что-то, да, то есть распределение, вот вы получили регистрацию под VIP, да, то есть или вы забираете продукт с 70% скидкой и так далее, и так далее, то есть что-то по купонам взяли, да, по Фаберлик-клубу, да, карточки твой бонус, iPhone вы выиграли, да, то есть 10 тысяч от компании, да, поделись энергией кислорода. Без разницы, вы все фишки, все плюшки, все изюминки можете снять на видео и выслать мне и участвовать в конкурсе. Вот, значит, разыгрывается также 5000 рублей между пятью счастливчиками через генератор случайных чисел. Вот, видео мы с вами выгружаем на YouTube и в название ролика или под ним в инфобоксе где-нибудь укажите свой регистрационный номер обязательно, потому что иногда бывает, что мы не тому призеру отправляем приз. Уже такая была практика, поэтому да. Значит, высылаете мне в скайпе или в телеграме, да, то есть вы видите сейчас телеграммы вверху и внизу, оба одинаковые, один Антона, другой мой, но мы одинаково добавляем, да. Далее, значит, каждый плейлист, каждый каталог, да, плейлист будет новый, да, то есть у нас с вами примерно по 40-45 видеографов новых, да, бывает, но не новых, а постоянных уже, да, и конкурс непрерывный, неважно, когда вы создали видео, есть изюминка, мы его берем, не бойтесь, что вы куда-то опоздаете, вот скрины выплат, да, там есть временные рамки, потому что обычно мы с вами, если нет никаких сбоев на сайте, в первую субботу, да, проводим планерочку, и получается, что до первой субботы
работы за 6 дней до начала, да, планерочки, за 6 дней после окончания каталога, да, то есть вы должны успеть выложить скриншот. Но скриншот выкладывается очень легко, очень просто, да, то есть, а тут, ну, конечно, нужно вдохновение, нужно подобрать технику, да, соответствующую, нужно как-то постараться, да, то есть нужно почитать о продукте. Поэтому у изюминки срока нет, да, поэтому создали видео, есть изюминка, мы его берем, и неважно, пусть это будет даже двухкаталожной давности заказ, но если его нет ни в одном из изюминок, мы берем, да, то есть вот. И, конечно же, как только мы разыгрываем призы, мы сразу после розыгрыша открываем новый плейлист. То есть сегодня изюминка закрыта, и я вот ухожу с вебинара, и мне, допустим, пишут личку: «Аня, я там не нашла свой ролик, ты его забыла добавить». Такое бывает, за мной бывают такие косяки, что я где-то что-то пропустила, потому что мне скидывают ВКонтакте, в Одноклассниках, в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме, да, то есть скидывают откуда попало, и я иногда могу просто, ну, не добавить, потому что я запуталась, откуда чего я добавляла. Конечно же, сделайте мне скидку, и вот такой ролик, который вы снимали, допустим, на действующую изюминку, я беру на следующую, и человек не обижается, да, и, в принципе, участвует в следующем розыгрыше, да, но самое главное не постесняться и написать. Да, вот самое главное вот это вот. Если вы постеснялись, не написали, то я так могу и не узнать, что я ваш ролик не добавила. Поэтому, дорогие мои, рада дарить, рада разыгрывать, рада вас обучить, но самое главное, вы сами-то не молчите, потому что вас много, я одна, и я могу нечаянно, может быть, вам покажется, что я вас обидела, но нет, я вас всех очень люблю, но теребите меня, ну, бывают вот такие вот нюансы небольшие, да. Вот, давайте же с вами разыграем изюминку. А наша с вами изюминка заключается в том, что вы снимаете ролики. Классные ролики, выкладываете их на YouTube. Сейчас я поставлю паузу. И у нас с вами прогрузится, да? Как вы видите, все в живом режиме. Зависло. Угу. Вот, значит, я поставила на паузу, и у нас с вами 42 участника, да, как мы видим, Валентина Табалевич, Ольга Дерябина, умница, везде участвует, Роза Дудбаева, Татьяна Решко, Анастасия Козина, Галина Олеговна Хабарова, Оксана Шторк, Мария Барская, еще Мария Барская, да, видите, опять Мария Барская, да, то есть три изюминки на один конкурс и все разные призы, то есть вы можете таким образом снимать видео, что если вы получили там, допустим, 10 подарков, вы их можете размазать на 3 даже видео, да, ну, размазать, конечно, в кавычках. Далее, да, Ирина Леднева, Ирина Рогова, и опять Ирина Рогова, опять Ирина Рогова, да, далее идет Регина Лосева, Наталья Дольберг, далее Ольга Пенина, да, видите, директора тоже участвуют в розыгрыше, Роза Дудбаева, Алла Гасанова, Ольга Сидорова, Виктория Борда, Белич Татьяна, тоже, кстати, директор, Мария Тёмкина, Ольга Дерябина, умница, Екатерина Чедуева, Ольга Курьянинова. Кстати, в прошлом каталоге Ольга открыла 12%. Надежда Маоль, Анастасия Господарикова, Ольга Дерябина опять, да, обратили внимание, Любовь Хутная, Елена Комарова, Веселова Валентина, опять-таки, да, старший директор уже, Роза Дудбаева, Веселова Валентина, так, два раза я добавила, вот, видите, давайте один удалим, вот, и оставим один, ну, это нечаянно, Зинера Миргасимова, Анастасия Кухаренко, Ольга Демченко, опять Ольга Демченко, разные ролики, Алла Гасанова, Наталья Рыжакова, Ольга Окунева, Екатерина Оглоблина и Наталья Брум, вот такие вот умнички. Получается у нас с вами 41 человек, ну, и поехалите смотреть. Поехалите в генератор чисел. Я тут закрыла, да? Угу. Ну, подождем немножко. 3 секунды.
Итак, значит, количество чисел у нас с вами будет 5. Диапазон от 1 до 41 получается. Исключить повторение. Еще больше случайности. Ну, давайте нажмем. И нажимаем сгенерировать. Значит, это у нас так, 18, 6, 2, 38 и 15. Отлично, отлично. Смотрим, кого мы сейчас будем с вами поздравлять. Итак, второе видео это Ольга Дерябина. Ольга Дерябина, молодец. Так, под цифрой 6 у нас с вами Галина Олеговна Хабарова. Далее, значит, 15 у нас с вами идет. Так, кто там, кто там? Ага, Наталья Долберг, Регина Лосева. Молодцы, поздравляю. 18. У нас с вами идет Алла Гасанова. Молодец, не первый раз. Девочки, не забывайте фото мне в личку. Обязательно скидывайте скайп, телеграм. Гасанова Алла. Поздравляем, поздравляем. И 38. Ох, как далеко, да, занесло. 38. Опять Алла Гасанова. Алла, умница. Умница. Посмотри, как повезло в этот раз. Так, давайте посмотрим. Значит, 18. Не одинаковые ли на всякий случай? Нет, разные, да. Если у нас счастливица Алла на вебинаре, нету, да? Но у нее уже в 12 ночи, скорее всего, она легла спать и завтра посмотрит записи. Да. Алла у нас огромная умница, выиграла 2 раза, молодец. Ну и далее у нас с вами идет конкурс «Мой рост». Он тоже очень интересный, условия тут в принципе легкие, да, то есть любой лидер, который идет от 6% уже в структуре, как бы сотрудничает с 3% лидерами, да, 3% это звание консультант. Вот, тут она, да, Алла тут не видела. Не видела, не видела, да, и, конечно же, примерный план видео для того, чтобы оно вам принесло успех и удачу, да, для того, чтобы вы, ваша команда могла вами гордиться и так далее, и так далее. Обязательно, чтобы вы были более-менее интересны на YouTube. Это очень важно быть интересными, да. Мы должны представиться, представить проект, которым вы работаете, похвалить свою команду, похвалить своих VIP-консультантов, если у вас такие есть. Вот, далее, значит, показать балловый прирост, рассказать про количество регистраций в вашу структуру. Если баллового прироста нет, можно его пропустить. Бывает всякое, да. Вот, далее, значит, посылаем Ане и Антону в скайпе или телеграме обязательно, да. Старайтесь в других соцсетях не посылать, потому что я реально путаюсь, и не все на конкурс попадают из-за того, что я начала путаться, потому что отовсюду шлют, кому как удобнее. Вот, участвуем в денежном розыгрыше. Вот, кстати, мне недавно девушка на мою рабочую страницу, на которой я месяц не была, так как уже не рекрутировалась с нее давно, тоже мне выслала видео. Вот мне откуда знать? Вот. Нет, меня не выбило, девочки. Я тут, я с вами. Если что, запись будет четкая. Далее, значит, также 5000 рублей между 5 участниками по 1000 на номер. И участники все, кто находится в структуре комнат. Неважно, кто ваш прямой директор. Значит, каждый каталог плейлист так же, как изюминка новый, и правила точно такие же, как у изюминки. То есть один конкурс закрывается, мы сразу же открываем новый плейлист и снова у вас добавляем новый плейлист. Если, допустим, у вас по итогу 18 периода был прирост, но вы забыли, да, то есть вы забыли этот прирост снять на видео, но вот вам очень хотелось, но вам пока вам кажется, что вот все, я опоздала. Снимайте, возьмем вас на следующий рост, следующий плейлист. Самое главное, чтобы вы сняли, тем более, если у вас двухнедельный каталог будет прирост, ну как же мы вас не возьмем, как же вы можете опоздать, да, вот. Значит, плейлисты «Мой рост» и «Изюминка» все доступны в открытых плейлистах Ютуба Кононовой Анны, да, то есть Ютуб именно мой. Вот, значит, сейчас я вам
А нет, тут не получится, да, скинуть ссылочку. Ну ничего страшного, значит, у нас с вами идет так, изюминка 7 и мой рост 4. Сейчас я вам скину ссылочку на плейлист. Да, и у участников на мой рост в этом каталоге очень мало, всего 9 человек, поэтому призеры, наверное, практически вот каждый, да. Так, мой рост. Так, минутку. Я, походу, не включила демонстрацию экрана. Так, так, так. Рабочий стол. Все, запустила. Прошу прощения. Нет, девочки, я точно не пропадаю, у меня точно никаких висяков нет. Отключайте что-то у себя там, потому что у меня все прям идеально, все хорошо. Я вылетела только один раз. Я вижу, что у меня все хорошо, что это у вас проблемы. Вот, у меня передача данных очень хорошая в килобит в секунду, реально хорошая, поэтому нет, не грешите на меня, пожалуйста. Вот, итак, давайте же с вами разыгрывать. То есть смотрим 9 человек. Это Ольга Дерябина, Ольга Пенина, Наталья Курбанова, Анастасия Кухаренко, Ольга Тарасевич, Марина Темкина, Вероника Якушева, Алла Гасанова и Татьяна Никифоренко. Молодцы, огромные умницы, что снимаете эти ролики, огромные умницы, что не боитесь. Да, это очень серьезные такие ролики, да, когда ваша команда видит ваши результаты, и это круто. Но тот, кто решается на такие ролики, те умнички огромные, но, как вы видите, тут еще и 4 директора приняло участие, не только лидеры, да, там от 3%, но еще и директора. Итак, заходим в генератор чисел, выбираем количество чисел, опять-таки 5, от 1 до 9. И сгенерируем. Значит, у нас с вами, забыла липучку прилепить, у нас с вами 8, 2, 5, 6, 1. Вы уже, наверное, все увидели, я только еще иду смотреть. Значит, первое это Ольга Дерябина. Олечка, поздравляю. Фотографию не забудь. Так, 2 это Ольга Пенина. Олечка, опять-таки поздравляю, и директор, и ее лидер выиграли в одном и том же конкурсе в один и тот же день. Ну, что я могу сказать? Прикольно, молодцы. Так, далее идет 5. 5 – это Ольга Тарасевич. Оля, кстати, в прошлом каталоге тоже выиграла. Так, далее у нас идет 6. 6, 6, 6 – это Мария Темкина. А, так, Темкина, Мария. Угу. Поздравляем Машеньку. И 8 это Алла Гасанова. Ну, обалдеть не встать. Аллочка, какая ты умница, какая ты сегодня везучая. Быстрее иди рекрутируй. Гасанова Алла выиграла 2 победы по изюминке и 1 победу по мой рост. Вы представляете? Алла, ты сегодня рекрутировала? Как у тебя с регистрациями? Поделись, пожалуйста, с нами. Ну, это невероятно. У меня такое первый раз. Ей-богу, первый раз такое. Ой. Если бы я, наверное, делала не через демонстрацию экрана, а просто бы где-нибудь там тихушу, никто бы, наверное, не поверил, что один человек 3 приза мог выиграть, да? Вот, ну, вообще круто. Молодцы. Да, поздравляем, молодцы все умнички. Умнички, конечно же, что участвуете. Участие это, так, минутку. Участие это, конечно же, самое главное, что для нас есть. Итак, все молодцы. Всем желаю быстрого, быстрого роста по карьерной лестнице. Не забывайте, что вы должны рассказать своим новичкам, что у нас еще с вами идет путаница, оказывается, и путаница идет в чем? Вот сейчас мы с вами 10 минут серьезно поговорим, но это, я считаю, что очень важно. Да, Олечку поздравляем с днем рождения, и вот такой ей вот приз-сюрприз сама судьба приготовила. Вопрос. Ой, а их там у меня 25. Это, наверное, в самом конце, да, какой-то... Аня, Ирина Саватеева написала, что ты ее видео не добавила. Ага, ну пусть она тогда мне вышлет видео, и я уже добавлю следующий розыгрыш.
Я вчера рассылала по чатам, просила проверить. Да, то есть вот я видео Насти Кухаренко не добавила, и Настя мне написала в личку: огромное Настя спасибо, сказала Аня, моего видео нет, и я видео добавила. Да, вот низкий поклон лидеру такому, который, ну вот, себя проконтролировал. Да, обязательно ей скажи, Оль, и я добавлю следующий конкурс, ничего страшного нет, это не скрины. Вот, то есть я понимаю, что за мной может быть такой вот косяк, ну, конечно, на фоне коробки, но ничего страшного. Вот, да, Олю поздравляем вдвойне, да, мы сегодня в чате директоров поздравили, в личку поздравили, молодец, Олечка, и в чате Кононовых поздравили, огромная умница. Вот, о чем мне с вами хочется поговорить. Фото обязательно высылайте, даже если вы выиграли в прошлом конкурсе и в прошлый раз высылали фото, еще раз мне вышлите. Вот. Сам активный рост у нас с вами отменен, Танюша, полностью и целиком. То есть это заключительный круг активного роста. Николай Андреевич еще нам, по-моему, расскажет про то, как покупать сервера и так далее, да, то есть вот эти все прокси, да, то есть вы уже послушайте, но по нему заданий не будет, потому что прокси они платные, и поэтому я вам сейчас и говорю, что мы с вами провели розыгрыш и вручили дипломы выпускникам активного роста, потому что все уже, да, как бы там задания уже пойдут не обязательные. Вот, сам активный рост полностью отменяется, его больше не будет как такового, да, то есть, но хочу вам сказать, что активный рост у нас с вами жил ровно 3 года. Я его начала вести с 6%, конечно, история у него большая, богатая, первые полгода я вела одна активный рост, и потом уже начали присоединяться директора, новоиспеченные структуры, и тоже начали делиться своими фишками. И в последнем круге активного роста я вообще ни разу не участвовала. Я думаю, вы это заметили, да? Если вы поначалу очень хорошо, очень много, да, может быть, где-то даже жертвуя своей личной жизнью, еще чем-то, да, уделяете много времени своим новоиспеченным будущим директорам, новоиспеченным новичкам, то, конечно же, вам потом взамен будет вот такое вот счастье, когда активный рост ведут все директора проекта, и основатели уже наблюдают в стороне, смотрят, как директора развивают свои YouTube-каналы, повторяют нас и так далее, да. Вот, не будет, потому что мы разрабатываем на данный момент новую систему роста, которая вам очень понравится. Она будет более автоматизированная, более понятная. Да, то есть шаблона переписки мы с вами вообще ушли. Настя, 5 регистраций это мало. Каталог идет 21 день. Надо для роста, для директорского звания и для Турции делать минимально 1-2 регистрации в день, чтобы вырасти. Так что опять рек это очень мало. Старайся выходить на 1-2 регистрации в день. Лучше всего 2, потому что очень много людей сейчас уже думает, что ой, я еще успею квалифицироваться на Турцию, но вот мы тут, я не знаю, человек 15 я рассчитала, они уже слетают, если не будут находить там по 4, по 5 регистраций в день. Потому что откладывали на потом, и время-то уже подошло, когда надо уже скоро открывать, а вот так вот. Поэтому давайте гоните лошадей, вот. Также, конечно же, будут условия для попадания на новый курс, на новый этап обучения, да, то есть там будут и баллы, и все. Поэтому, дорогие, дорогие лидеры, не отчаивайтесь. То, что вы сейчас рекрутируете ради активного роста, чтобы туда попасть, да, и что если вы туда не попадете, то все пропало. Нет, вы приобрели свою структуру лидеров, вы приобрели свою структуру баллы, товарооборот, да, и это очень важно. Нужно рекрутировать в первую очередь не для кого-то там, чтобы вас похвалили за новый уровень, а для того, чтобы ходить в свой терминал и получать там свою зарплату. Ой, в банкомат, простите, да? Ходить в банкомат и получать зарплату. Да, не только опыт, да, но и
Денежка, денежка, все мы пришли с вами сюда для чего? Не просто потусить, а для того, чтобы хотя бы минимально в 3 раза больше зарабатывать, чем мы зарабатываем на работе по найму. Ну и, конечно, что хочется сказать, изменений будет много из-за того, что интернет-проект Faberlic Online сейчас идет в ногу. И идет в ногу почему? Со временем, да, в ногу со временем, не договорила, да. И все, кто умеет подстраиваться, да, под жизненные обстоятельства, под наш изменчивый мир, тот и становится самым успешным. Поэтому, конечно, все нововведения, да, очень-очень настоятельно прям рекомендую установить Telegram, потому что все скоро мы переедем туда. Настоятельно рекомендую вам установить вот этот бот Faberlic Online, да, обязательно. Вы знаете, вы на него нажимаете, и все, он у вас установлен. Ну, да, потыкаться в этом боте, посмотреть, что там есть, да, поизучать. Если вам что-то непонятно, пишите в чате Кононовых вопросы по этому боту. Мы с вами вместе, да, потому что это уже первые шаги к переменам. Да, первые шаги к переменам. Скоро, практически, вот, да, то есть я уже начну удалять и шаблоны переписки, и все. И тот, кто привык обучаться по старому шаблону переписки, так вот я вам хочу сказать, что он уже очень старый. Поэтому обучайте именно с сайта, да, на сайте обновлено обучение недавно, было обновлено и еще будет обновляться. Поэтому, дорогие коллеги, держим руку на пульсе. Скоро будет много новостей, много изменений, и я думаю, и нам, и вам они помогут еще больше расти, еще лучше расти, да, и расти даже тем, у кого, да, там 3-4 ребенка, и им, ну, грубо говоря, некогда, да. То есть, конечно, я вам понимаю. Ссылки еще пока нету, Света. Я говорю, что это все, новый старт будет после Нового года. Пока обучение разрабатывается директорами проекта, молодыми директорами проекта, да, это Татьяна Шалобродова, вот, Николай Андрейко, да, то есть Таисия Григорьева и, так, кто-то еще директор, ой-ой-ой, забыла, очень умная девочка, добрая, как ее, Олеся, вот тебе на фамилия выпала из головы, Олеся, та, ну, у нее тоже уже такой хороший YouTube развитый, и она очень часто ведет вебинары. Ой, девочки, напомните. Да, еще Черкасова, семья Черкасовых, да. Владимирова, да, Наташ, спасибо огромное. Вот, да, то есть вот эта вот дружная пятерка сейчас трудится над разработкой нового обучения. И когда я его смотрю, понимаю немножечко, да, то мне, конечно, очень оно нравится. И я уверена, что вы будете, да, Леся Владимирова, уверены будете, что вашим новичкам оно очень-очень подойдет. И мы видим рост вашей структуры, если вы все правильно донесете, да, или приведете на вебинар того человека, кто умеет правильно доносить, да, то есть, вот. Ну что ж, всем пока-пока. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас вопросы, дорогие коллеги, все ли вам понятно, не стесняйтесь, задавайте, да, у нас обычно вебинар идет час, но тут он шел всего лишь 53 минуты, поэтому 7 минут мы с вами можем спокойно еще пообщаться. Анна, можно уже сказать конец каталога, и вы говорили, что ревизию чата будете проводить в конце декабря, я о скайпе, когда будете? Ну, сейчас как бы ревизию чата я провела 11-й чат, я провела 10-й чат и 8-й чат. Скоро, значит, перейдем к остальным чатам. Сейчас вот прошла в прошлом месяце модерация 3 чатов. Всех переводили потихоньку. А вот. Угу. Ну что ж, всем спасибо. Смотрю, вопросов нет. Всех целую.